А сегодня у нас вебинар посвящен на тему «Добро пожаловать в интернет-проект Фаберлик Онлайн». Это вебинар для новичков и, конечно же, для тех, кто думает присоединиться к нашему проекту или нет. И, конечно же, если на нашем вебинаре есть думающие, то просьба после данного вебинара ответить тем, кто дал вам ссылочку на это видео для того, чтобы зарегистрироваться в нашу команду и в наш проект. Ну что ж, поехали с вами. Итак, разрешите представиться. Меня зовут Кононова Анна. Я старший международный директор компании Faberlic. Только вчера приехала со слета элиты из Москвы. Вот. По всем ужасно соскучилась. Пять дней ничего не вела. Вот. Поэтому сегодня я получилась у нас замена спикера. У Дашеньки отрубили свет, который должна проводить была вебинар, и вебинар буду проводить я. Итак, на вебинаре вы узнаете, что как выгодно покупать в компании Faberlic, как выгодно работать с Faberlic и преимущества проекта Faberlic Online. Именно нашего проекта, именно по нашей системе роста у нас Выросло более 150 директоров, и не только директоров, драгоценных директоров, элит, людей, которые входят в состав элиты Фоберлик. Поэтому я думаю, что наша система роста весьма как даже сказать, да, весьма а, пригодится для вас, если вы к нам зарегистрируетесь или только-только к нам пришли. Итак, конечно же, большинство людей в компанию Faberlic, а, так как у нас весьма конкурентоспособные цены, а, регистрируются для того, чтобы покупать Faberlic выгодно, но а, некоторые из них потом переходят на стадию бизнеса и начинают не только выгодно покупать, но еще и хорошо зарабатывать. И это очень-очень важно потому что на проекте отличная система по сопровождению именно для роста. Ну что ж. Покупать Фаберлик выгодно, потому что, во-первых, это бесплатная регистрация, а скидка на покупки от 20%. Она может быть 26%, если делать большие заказы. А подарок за первый заказ всегда. Позже мы о нем с вами поговорим. Стартовая программа а 9 шагов. Это полгода подарков. И я не постесняюсь, сказав, что за полгода можно приобрести и 300 подарков плюс скидку 26%. Вот.

Также в компании Faberlic для регистрации не нужен паспорт. Паспорт будет нужен только тогда, когда вы захотите оформить перевод денег на расчетный счет в банке как индивидуальный предприниматель. Далее это оптимальная цена и высокое качество продукции. Так как компания Faberlic производитель своей собственной продукции на своем собственном заводе и разрабатывает новинки, патенты и так далее на своем в своей собственной микробиологической лаборатории, то, конечно же, и оптимальная цена следует от этого, что цены идут сразу же от производителя. Бизнес в Faberlic строится легко и просто, потому что у нас самый широкий ассортимент всех сетевых компаний. Это 15 категорий товара от посуды, моющих средств до коллекций одежды от известных дизайнеров. Также очень ценятся наши биологически активные добавочки, да, то есть для здоровья очень сильно расширяется. Скоро будут новинки витаминов для женщин 30 плюс 40 плюс 50 плюс и даже 60 плюс. Это просто невероятно, да. Сейчас вот я в руках полчаса назад держала новинки, если вы боитесь ультрафиолета, но вы едете куда-то отдыхать в жаркие страны, то даже есть такие витаминки и их нужно пропивать перед отдыхом для того, чтобы не пострадало ни ваше лицо, ни ваши волосы. Это просто великолепно. Серия для красоты и здоровья у нас все шире и шире. Также есть система управления весом. Также есть продукция Денос. И это довольно таки мощно, да, когда человек может себя и лечить, и предотвращать свои болезни и заболевания. Также, прошу прощения. Да, выпало немножко, что-то не могла никак попасть в комнату, и сейчас что-то все выбивает, вижу, что интернет пришлось перезагрузиться. Итак, также, конечно же, в компании Faberlic собственное производство, и продукция Faberlic не тестируется на животных, и вся продукция сертифицирована по госстандартам. Это, конечно же, очень важно. Ну что ж, поехали с вами далее. Конечно же, в первую очередь мы начинаем с вами с подарков новичка. До конца каталога осталось совсем чуть-чуть. Осталось суббота, воскресенье. В понедельник уже стартует каталог номер 7. И, конечно же, сейчас новички, те, кто успевают сделать заказ и оплатить заказ до конца каталога, получают в подарок на выбор два набора Различной косметики. То есть, вы можете выбрать косметику для дома, и вы можете выбрать а, косметику. А, да, то есть, вот декор, как раз. И что тут нужно сделать? Да, условия абсолютно простые, и подарки совершенно настоящее. Мы оформляем и оплачиваем свой первый заказ. То есть эта акция действует для тех, кто, например, три каталога назад или два или один каталог назад к нам пришел, но зарегистрировался, но еще ни разу не делал заказов с момента регистрации. Даже таким новичкам положены подарки. Итак, по 29 апреля включительно Нужно оплатить за кассы. Если это Россия, сумма 1199 рублей, а Украина 359 гривен, а Казахстан 6000 тенге, а... Беларусь – 35 рублей, Молдова – 359 лей и так далее. Да? То есть у нас много стран на сотрудничество, мы международная компания. Вот. Конечно же, это все в ценах каталога, по вашей цене будет на 20% дешевле. И с 30 апреля по 20 мая получите вместе с очередным заказом подарок всего лишь за 1 рубль. А причем, как вы видите, подарки очень интересные. Во-первых, это универсальное средство для мытья полов, стен и так далее – во-вторых, это средства для чистки стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. И третье – это средства для чистки духовок, плит, микроволновых печей и так далее. То есть это первый подарок, да, как бы набор такой. Все полноценные версии, все по 500 мл, как вы видите. И второй подарочек – это набор Скайлин для... Тоже как бы на выбор тут получается, да, если вы выберете, допустим, второй вариант, то вы можете выбрать тушь цвет на выбор, помаду цвет на выбор и подводку для глаз тоже цвет на выбор. То есть то, что вам захочется. Итак, с 30 апреля по 20 мая, если вы успели оплатить заказ на нужную сумму до 29 апреля, вы получаете вот такие вот наборы в подарок за 1 рубль, 1 гривну, 1 тенге и так далее. Вот, ну, конечно, это ваш выбор, выбирайте, что вам больше захочется, и, конечно же, когда вы забираете свой подарочек, вы еще и активируете свой бизнес, и под вас ваши наставники смогут регистрировать людей. Вот, далее, конечно же, идет стартовая программа, первый шаг стартовой программы – это акция новичка, акция новичка, она всегда разная, поэтому, если быть точнее, да, то акция новичка всегда бывает на разные суммы. Поэтому, когда вы будете забирать акцию новичка, вы уже можете выполнять второй шаг стартовой программы и выбирать шикарные подарки. Также, как вы видите, тут большинство подарков идет на выбор. С каждым последующим периодом мы размещаем с вами заказы и получаем наборы эксклюзивных продуктов по выгодной цене. Например, при заказе на сумму 2500 стоимость набора будет 299 рублей, хотя по цене каталога он 1000 с лишним стоит. При заказе на сумму 5000 рублей стоимость набора 99 рублей. Тут еще, если вы закажете на 5000 рублей, это будет примерно 50 баллов, и у вас будет скидочка увеличена до 26 процентов да, значит вот такие вот привилегии у нас с вами бывают итак второй шаг стартовой программы а, это набор для рук Grand Prix Henkere, это м -м, пилинг для ручек, для ваших, чтобы они были всегда молодые, всегда были красивые ваши ручки. А, вот. А, и последующие два подарка, это уход за волосами, это шампунь и маска или бальзам под тип ваших волос то есть это вы будете все выбирать что вам хочется попробовать да то есть для сухих для жирных для окрашенных волос для кудрявых волос и так далее да то есть огромный выбор огромный выбор будет перед вами стоять и вы будете думать что же выбрать итак третий шаг стартовой программы это у нас с вами получается порошок для также для цветного или для а, универсальный и пятновыводитель. Четвертый шаг стартовой программы. Тут, к сожалению, прошу прощения, не заменила я четвертый шаг стартовой программы. Сейчас там дарится а, парфюмерная водичка мини-версии на а, тоже несколько штук. Да, несколько штук. Самые-самые хиты, самые ходовые. Пятый шаг стартовой программы ⁇ это линейка Skyline. Там у вас пойдет тональный крем цвет на выбор, тушь на выбор, каял для глаз цвет на выбор, помада для губ цвет на выбор и помада для тоже губ, тоже цвет на выбор. Шестой шаг стартовой программы – это набор косметики для дома. Почему я говорю косметику? Потому что что порошки, что вся косметика для дома Фаберлик, она идет биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде. И э, очень многие аллергики оценили нашу линейку и пользуются только ей. И очень многие мамы говорят спасибо компании Фаберлик за такой порошок. Мой ребенок перестал быть аллергичным. Это очень важно, это очень здорово, потому Потому что наши порошочки идут бесфосфатные и э, одобрены даже э, в Германии. Да, сами знаете, что в Германии запрещены фосфатные порошки, поэтому наш порошок Фаберлик это, конечно же, наша гордость, и получить его в подарок э, это просто великолепно. Итак, шестой шаг стартовой программы у нас с вами заключается в том, что компания Faberlic вам предоставит набор. Там идет средство для чистки духовок и плит, средство для чистки металлических изделий, средство для туалета с антибактериальным эффектом, средство для ванны и средство для стекол и зеркал тоже с антизапотевающим эффектом. Седьмой шаг стартовой программы это альтернатива салонной процедуре. Это энзимный микропилинг с анокислотами и микродембразия. И в завершении, так как это очень глубокая очистка, после нее нельзя выходить 12 часов на прямые солнечные лучи, нужно нанести кремчик SPF 15 для защиты и питания вашей кожи. Набор действительно стоящий и те, кто делал в салоне да, энзимный микропилинг, понимают, что личика получается, как знаете, кожа, как у младенца, гладкая, приятная и несмотря на возраст возраст вы это все равно оцените. Но эта программа идет 30 плюс, молодым девушкам нельзя. Итак, восьмой шаг стартовой программы – это набор люксовой косметики Secret Story. Это моя любимая косметика. Она всегда была моя любимая с первых дней регистрации. Это тушь, это хороший качественный лак для ногтей, цвет на выбор, помада цвет на выбор с ухаживающими компонентами и тональный крем двойной агент, где на одну кнопочку нажимаете, выходит. Входит основа под макияж, на вторую кнопочку тональный крем, подстраивающийся под тип вашей кожи. Девятый шаг стартовой программы, самый дорогой, самый шикарный. Это парфюмерные, два парфюмерных набора. Аромат на выбор, в подарок мужская пара и женская пара. Парфюмерный гель для душа и аромат. Тоже будете выбирать. Вот, и а, далее, конечно же, у нас есть третья а, такая вот классная вещь а, для старта в бизнесе. А, компания Faberlic очень сильно поддерживает не только новичков, не только в начале вы можете получить кучу-кучу да, вот, а, подарков, но еще и даже директоров, даже директорам, даже элитным директорам дарятся а, такие вот крутые подарки. Это накопительная программа Faberlic Club. А, все мы с вами делаем покупки в компании Faberlic. И а, по, эти покупки весят какие-либо баллы, да, и эти баллы пересчитываются в бонусы. Например, сделали вы заказ на 50 баллов, да, и вам положено примерно 10 подарок, 10 подарков за этот заказ, которые вы можете выбрать для себя. Вот такая вот акция, очень интересная акция. Баллы можно копить и выбирать дорогие подарки, такие как, допустим, сумка для ноутбука, набор полотенец, да, то есть дорожная сумка и так далее. А на самом деле подарки эксклюзивные, которых даже нет в каталоге, те, которые подороже. Также можно выбирать ювелирную бижутерию Флоранж. А вот, это тоже как бы приятно очень. Итак, поехали с вами дальше. Конечно же, компания Faberlic создает для нас шикарные условия для роста. И это действительно прибыльно. Для старта нашего с вами, да, и для старта новичков созданы все условия. Новички будут просто завалены у вас подарками. И если вы правильно все подарки донесете, они у вас будут просто завалены подарками и будут легко рекрутировать людей через соцсети и своих знакомых, потому что а, если они сами у вас получат подарочки, то, конечно же, они будут рекомендовать другим, так как в магазине такого нет. Вот вы представляете, вы пришли в магазин, да, купили на полторы тысячи рублей, но сейчас сумма заказа меньше, но я примерно говорю, и вам сделали на кассе 20% скидку, и дали три подарка, да еще и дали выбрать. Конечно же, конечно же, это круто, и, конечно же, это ценится новыми консультантами Фаберлик, и бизнес, поэтому становится не таким сложным, да, потому что на самом деле подарки дарятся всем и нет никого, кто бы остался без них. Итак, конечно же, это возможность, во-первых, с Фаберлик, это возможность построения международного бизнеса. Мы на данный момент сотрудничаем с 42 странами, где мы можем работать, причем у нас нет преломления в построении, да, в одной структуре могут отлично дружить девчата, мальчишки с разных стран, да, Казахстан, Узбекистан, да, то есть Беларусь, Россия, Таджикистан и так далее. Да, это, конечно же, узнаваемый бренд. Компания Faberlic уже 20 лет на рынке и ни разу, ни разу компанию Faberlic не коснулся ни кризис, ничего. Компания держит цены и это очень уважительно. И цены в 2018 году, забегу немножко вперед, подниматься точно не буду. Точно, вы представляете, доллар вырос два раза, а компания Faberlic держит цены. А также, конечно же, для работы, именно для бизнеса, очень хорошо развиты онлайн-отчеты, которые постоянно как даже сказать, да, постоянно усовершенствуются и постоянно становятся более удобными, более классными. Вы будете знать, на каких процентных уровнях ваши люди, вашей структуре и так далее. Это очень интересные отчеты, которые вам будут помогать строить бизнес. Также бизнес передается по наследству. Как родителям, так и детям. Вы можете его передать. Компания оплачивает бесплатные путешествия за границу в экзотические страны мира. Это значит неограниченный доход, да, то есть, если сравнивать нашу работу с работой по найму, то очень часто бывает такое, что вы, даже если достигнете директора компании, да, то выше-то уже некуда идти. Да? Хозяином вы стать не сможете. И у вас одна и та же зарплата будет из года в год. Да? Выше нет тут, а вы сами решаете, сколько вам зарабатывать. Лично я вышла на свою цель, и сейчас моя цель зарабатывать реально огромные деньги. Вот, Далее, значит, это не, не, только неограниченный доход, но в начале своего старта, если вы будете быстро обучаться и много работать по нашей методике готовые роста, то вы можете взять бонус «Быстрый старт». Также в компании Faberlic есть квалификационные бонусы. Это все в денежных эквивалентах. Бонусы стабильности, бонусы развития. И самый добрый бонус – это бонус материнства и усыновления от 15%. Нет, Олечка, у нас пока что цены держат и сказали, что в 2018 году цены подниматься не будут. Ждем всех, не разбегаемся. Не могу понять. А меня видно? Слышно? Поставьте мне плюсики, минусики, пожалуйста, дорогие коллеги. Может быть, я сама с собой разговариваю. Слышно, да, отлично. Просто замечательно. Итак. Ну что ж, давайте с вами поподробнее о всех возможностях, потому что мы эти возможности уже испытали. Мы в восторге и хотим и желаем, чтобы как можно больше с нами людей росло, зарабатывало и радовалось. И реально просто жили, радовались жизни, потому что работаем мы из дома. А у нас нет начальника понедельника и будильника. Конечно же, нас никто не подсидит в нашем карьерном росте. Но самое классное, конечно же, это то, что хотите вы не хотите, вы поедете отдыхать за счет компании. А вот, значит, посмотрите, мы летали на отдых в Доминикану за счет компании. В прошлом году мы летали в Шри-Ланку за счет компании. Это было просто здорово, это пятизвездочный отель, это VIP отдых, это а, незабываемые впечатления, вот. А поэтому полетели дальше с вами. В 2018 году всех новых драгоценных директоров ждет путешествие на Бали. А, что могу сказать? Я очень жду, и я уже выполнила условия. Я очень довольна, что я еду точно. А, вот и после Бали мы уже планируем, конечно же, третьего малыша в нашей семье, поэтому вот как съездим на Бали, так и засядем дома, и в следующую поездку драгоценную, скорее всего, уже не поедем. Итак, 2018 год, это путешествие директоров проекта Faberlic Online в Турцию. 60 с лишним человек, да, молодцы, мы вот планируем, да, 60 с лишним человек, квалифицировались на эту поездку, очень надеемся, что все 60 с лишним человек поедут с нами в турцию выполнят квалификацию будут очень очень стараться и поедут вместе с нами будем очень 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 рады <с>, <с> да это уже сам проект оплачивает нашим новичкам это именно привилегии проекта faberlic онлайн итак маркетинг план faberlic как вы видите очень легкий его очень легко понять перед вами до директорский маркетинг-план, как вы видите, до уровня кандидатов в директорах. На самом деле карьерная лестница бесконечная, самое высокое звание – это генеральный партнер, где можно заработать 55 миллионов рублей только одной премии. Вот. Итак, давайте же с вами посмотрим. Ну, первое звание, да, первое звание – это привилегированный покупатель, который еще идет менее 100 баллов, и он просто будет покупать, у него просто будет скидочка 20% на все всю продукцию. Это уже плюс. И, конечно же, подарки по стартовой программе, по программе Фаберлик Клуб и так далее. Вторая маркетинговая ступень – это 100 баллов. 100 баллов, когда лидер делает их или лично, или со своей командой. И если он лично сделает 50 баллов, то он зарабатывает по 3 процентам. Вот они, самые-самые начальные выплаты. У нас 3% лидеров всегда бывает очень много. Желаю всем, чтобы поскорее вышли в директора. Итак, далее старший консультант это уже. 200 баллов по структуре, это 6%, это 50 баллов. И вот они а, наши выплаты. Далее идет лидер. Лидер это 600 баллов по структуре, это уже в 3 раза больше, чем старший консультант. И понятно, что выплаты тоже в 3 раза больше. Это по 9% за структуру. Старший лидер 1000 баллов получает по 12%. Да, вот они выплаты старшего лидера. А Вице-директор это уже 15%, 1500 баллов по структуре. Вот, посмотрите пожалуйста, выплаты. Старший вице-директор 2000 баллов по структуре, 19 процентов. Выплаты уже более такие симпатичные. Лидеры уже примерно с 15-19 девятнадцать процентов открывает счет в банке и переводит денежку на расчетный счет в банке. Далее кандидат директора это от 3000 баллов, это 23% выплаты и, конечно же, уже симпатичные выплаты на расчетный счет в банке, директора, ну, практически при правильном, при правильном рекомендуемом построении, конечно же, уже все переводят денежки на расчетный счет в банке. Директором можно стать и за 50 дней, директором можно стать и за год, смотря как вы работаете, сколько вы работаете, вас никто не подгоняет, вас никто, да, грубо говоря, не подпишет, Почему? Потому что вы сами решаете и сами определяете скорость своего роста. Вот этим, конечно, в сетевом маркетинге кому-то хорошо, а кому-то плохо, да, потому что на работе по найму вы все равно свою работу сделаете, да, если вас заставят, а, а других, конечно же, а, так, кого-то там поздравляют. Угу. Вот. А кому-то, кому конечно же, обязательно надо выставлять план действий. Так вот, этот план действий я сейчас хочу выставить всем новичкам и всем будущим новичкам, потому что вы можете получить все до единого бонус быстрый старт. Очень интересный бонус, то есть в течение 9 периодов это полгода с момента регистрации, каталог регистрации считается, вот, вы можете подтвердить любое новое звание от директора и выше а, два раза подряд и получите бонус «Быстрый старт» по итогам девятого расчетного периода. А, что это значит? В компании Faberlic есть квалификационные бонусы. Например, если вы открыли директора и продержались на нем 8 каталогов, а, то вы получаете 55 тысяч. А тут ваши 55 тысяч, если вы откроете директора за полгода, умножится на 2. Поняли? И вы получите сначала 55 тысяч, и потом еще через 6 каталогов вторые 55 тысяч. Итого 110 тысяч за год. И это только премии, ваши выплаты, и премии это вещи разные, да, вот, а Что получается? Вы можете открыть любое звание выше директора, да, то есть в компании Фаберлик есть золотой директор, серебряный директор, бриллиантовый директор и так далее. Какое бы вы звание ни открыли, за все звания компания Фаберлик дарит бонусы, очень крутые бонусы. И вот эти бонусы у вас все умножатся на 2, если вы, да, зато стабильно. И если вы уже можете... Расти серьезно с компанией Faberlic. Действительно хорошо и много работать. А не как вот девушка в чате пишет, да, вот да, второй год на 12%. Извините меня, я за два года открыла звание рубинового директора. За три года я открыла звание старшего международного директора. Это 21 директорская веточка в первой линии. А Можно работать мало, можно работать много. И можно работать всяко-разно, как бы вам не хотелось работать и зарабатывать. Это все ваше дело. И это ваш рост. Если вы хотите расти медленно, растите медленно. Если вы хотите расти быстро, просто утройте все свои действия, которым вас учит наставник и интернет-проект Фаберлик онлайн. Вот. Ну что ж. Далее поехали те с вами в следующие 9 периодов. Мы подтверждаем звание еще 6 раз и вот как раз получаем второй квалификационный бонус. То есть вы можете собрать 110 тысяч, вы можете собрать 220 тысяч, да, если вы откроете, к примеру, за полгода там серебряного директора, то вы можете получить 220 тысяч рублей за год только одними премиями. Ну, я думаю, самое главное их заработать, а куда вы их потратите, там уже как бы не ваше дело. Не наше дело, то есть ваше, только вам. Решать. Итак, также в компании Faberlic есть бонус стабильности. Он выплачивается директором, директорам, которые стабильно зарабатывают денежку, стабильно сидят на одном и том же уровне. Не растут, но и не падают. И они вип-консультанты. Позже я вам расскажу, что такое быть вип-консультантом. Если вы зарегистрируетесь, это очень крутая программа, которая постоянно видоизменяется, постоянно усовершенствуется. Это уже отдельная тема. По программе VIP даже компания по одному, по два человека регистрирует людей, которые оставляют данные на сайте. То есть помогает нам рекрутировать таким образом. Поэтому VIP-программа очень интересная. Вот. И, конечно же, директор это 5500 рублей в год. Просто потому что вы директор. Если вы, допустим, держитесь на старшем директоре, то это уже 8250 рублей. Если вы держитесь на серебряном директоре, то это 11 тысяч рублей. Если вы золотой директор, то это 16500 рублей в год. Если вы рубиновый директор, это 4 директорские веточки под вами да, и выше, то вы просто так зарабатываете еще помимо квалификационных бонусов, помимо выплат за структуру. 22 тысячи в, э, в год. А, два раза. То есть это все умноженное на 2. То есть я сейчас, а, так как я уже выше рубинового директора, я получаю 44 тысячи рублей в год. А, просто за то, что я выше рубина и не падаю. Держусь в уровне. Итак, условия получения – это выполнять квалификацию личный объем от 100 баллов и бонус выплачивается два раза в год. То есть директор получает 11 тысяч в год, старший директор 8,250 на. 2, это 16 500, да. Серебряный директор 22 тысячи, ну и так далее. Я думаю, вы поняли. Если у вас есть вопросы, вверху есть вкладочка вопросы, и вы можете легко и просто а, их задавать. Так, бонус материнства. Это уже, по-моему, последний бонус в нашем с вами обсуждении. Он выплачивается мамам, которые на момент рождения ребенка находятся в звании от вице-директора и выше, не менее 8 каталогов подряд. Сумма выплачивается равными частями в течение года. У нас очень много мамочек в декрете, и компания Faberlic нам недавно рассказала, что у нас в нашем проекте всех больше мамочек в декрете, которые получают бонус материнства и выше. Ну что нужно, что об этом можно сказать, да, мамочки в декрете очень сложно продавать, носить каталоги. Мы занимаемся продажей, это конечно хорошо, но мы занимаемся продвижением именно бизнеса в сети интернет. Мы продажи особо не поддерживаем, мы поддерживаем именно развитие бизнеса. Поэтому к нам очень много приходит мамочек в декрете, потому что они зарабатывают дома через интернет, пока малыш спит, да, и это очень очень удобно. 25 500 это на первого ребеночка в год, да, равными частями, или 51 тысяча рублей в год за второго ребеночка тоже равными частями, за второго, третьего, четвертого, пятого и последующих, да. Вот такая вот красота. Вот. Далее, преимущество проекта Faberlic Онлайн, именно нашего проекта, помимо того, что мы оплачиваем новым директорам, которые выполнили условия поездки в разные страны мира, это пошаговая система реально бесплатного обучения. Да, если вам кто-то предлагает платное обучение, то значит это человек не с проекта Faberlic Онлайн, и лучше обучайтесь бесплатно, потому что мы заинтересованы в вашем росте. Почему мы так заинтересованы в вашем Росте, да? Почему мы заинтересованы, понимаете? Дело в том, что чем выше вы растете, чем выше ваш доход, чем выше и наш доход. А наш рост зависит от вашего роста, да? То есть, если это сопоставить с работой по найму, то, допустим, выйдя на работе по найму на директорство, вы будете стараться сохранить, да, свое директорство, чтобы вас не подсидели, не подставили, чтобы вы остались на своем месте, да, там, до самой-до самой пенсии. Тут же вы можете расти, развиваться. И чем больше в вашей команде будет директоров, тем больше ваши выплаты. И вы должны быть напрямую заинтересованы в развитии людей, которые пришли к вам в команду. И это очень взаимно, как вы поняли. да? Почему компания так хорошо оплачивает то, что мы развиваем своих новичков, своих консультантов, делаем так, чтобы они поскорее вышли на директорство? Да все только потому, что именно за это и платит компания Faberlic за работу с людьми вот поэтому возникли все вот эти вот вебинары все вот это вот обучение а, и так далее конечно же мы работаем без продаж но если вы хотите продавать это только приветствуется далее лидеры помогают своим новичкам расти а, это очень важный такой этап когда а, на первых этапах вы не одни остаетесь, а остаетесь а, с, со своим наставником, который будет вас сопровождать. И, конечно же, самый хороший плюс в сетевом маркетинге в целом это то, что мы все с вами партнеры. У нас нет начальников и подчиненных. К вам никто не придет, не скажет, а, ну, вставай а, из кровати с температурой, а то я тебя уволю. Да? А, такого быть не должно и не может быть. А также, конечно же, а, у нас свободный график работы. У нас большинство мамочек в декрете могут работать, допустим, когда малыш спит днем, да, люди, которые работают графиком 5 на 2, они приходят и вечером работают да, по 3-4 по часа в сутки. А тот, кто не обременен ни детьми, ничем, да, то есть, допустим, люди сидят дома, дети в садике. Ну, это, конечно, редкость, да, они могут работать целыми днями. И, конечно, чем больше люди работают, тем быстрее они выходят на довольно-таки приличный доход. Итак, далее, значит, у нас с вами идет не только свободный график но еще и командная поддержка в чатах если вашего наставника нет в сети то все равно он вас добавит в чат где круглосуточная поддержка идет прям 24 часа в сутки на 7 дней в неделю и это Нужно очень ценить это, нужно очень понимать, потому что у нас в чатах есть новички из Казахстана, есть новички с Новосибирска и так далее, где абсолютно разные пояса, и девчонки там друг другу помогают. Да? То есть даже ночью задав вопрос, вы редко когда не получите ответ. Да? Потому что, допустим, когда мы, допустим, засыпаем, просыпается уже Казахстан. Вот так вот у нас здорово. Поэтому девчонки друг другу помогают, и получается, что поддержка в чатах круглосуточная. Итак, личный рекрутинговый сайт с возможностью ведения блога. Вы знаете, сайт обычный, сайт простой. Каждому новичку выдается свой собственный лендинг, и регистрации с этого, будут, с этого лендинга будут приходить вам из соцсетей на почту или в Телеграм, или в сам лендинг. Суть его в том, что у вас есть постоянно своя многостраничная, да, грубо говоря, карточка, которую вы можете выдавать людям, которые говорят «Спасибо, я подумаю». Да, то есть можете делиться их своим сайтом, и регистрации с этого сайта придут только вам на почту, и вы уже потом будете связываться с этим человеком и э, спрашивать, да, то есть на, на какой вариант он к вам пришел, покупать, продавать, похудеть, может быть, лечиться деносом или э, строить бизнес компании Фаберлик. Далее командное путешествие, да, ну о командных путешествиях мы с вами уже несколько раз говорили, а также у нас есть путешествие на ассамбле Фаберлик, награды, форумы, где вы выходите с чеком на сцену, у вас чувствую, да, вот скоро 6 мая я буду проводить форум в Кирове, наг... будут награждаться чеками все лидеры от 9%, все вип-консультанты от уровня вип-2 и выше, и вообще вот м -м, каскад розыгрышей, а все, кто хочет, даже если далеко живет, пожалуйста, приезжайте, пишите мне, связывайтесь со мной, я вас обязательно приглашу, дорогие зарегистрированные консультанты, да, сначала пройдите регистрацию у своего наставника. Итак, как вы поняли, компания Faberlic 3 основных способа заработка. Это зарабатывая, показывая каталог, получать прибыль, экономить на продукции со скидкой, да, там же и похудение, система управления весом, и также построить сеть потребителей, консультантов и лидеров, а таких же, как и вы, и получать подарки и доход. Все уровни и все способы довольно таки доступны и легко выполнимы. По третьему варианту, да, работа через интернет мы обучаем очень подробно и очень поэтапно, как вы поняли. И бесплатно, самое главное. Итак, что же нужно делать? Но работа это, конечно, простая. Чем выше ваш товарооборот, тем больше ваши выплаты. Компания платит за товарооборот. И, конечно же, когда мы приходим в компанию Faberlic, мы совершаем покупки для себя и своей семьи а в кабинете Faberlic. То, чего у нас, в принципе, заканчивается дома. Да? Средства для мытья посуды, платье. Вот сейчас на мне платьишко от Faberlic. Да? Краску для волос. Да? Я покрасилась краской Faberlic. Может быть, вам хочется лак для ногтей и так далее. Все, что вы захотите. И, конечно, вы будете ежедневно бесплатно обучаться и ежедневно рассказывать о нашем бизнесе рассказывать о нашем бизнесе можно разными способами вот самое главное рассказывать о нем не менее двух часов в день ежедневно если вы хотите быстро расти взять быстрый старт и так далее то можно и по четыре часа в день про него рассказывать и ежедневно минимально час полтора в день обучаться вот такой вот расклад, что же нужно делать. Итак, Faberlic онлайн на сейчас подведем с вами итоги. Это более 80 тысяч участников на проекте, более 8 тысяч новичков каждый каталог к нам приходит, к нам регистрируется к команду. Товарооборот уже далеко за миллион в период. Мы работаем со всеми странами, с которыми сейчас сотрудничает с Faberlic, а это 42 страны. А далее, конечно же, это то, что в нашей команде уже 150 директоров, и все это начиналось только с двух человек новичка и его наставника. И, конечно же, всех, кто активно работает, всех, кто ловит волну, всех, кто понимает, что такое работа через интернет, что она официальная, легальная, что все доходы белые, прозрачные, что у вас даже будет идти рабочий стаж с уверенностью двигаются вперед. И всем, конечно же, желаю по 150 директоров в команду. И это вполне реально, и это вполне здорово. Итак, далее. Далее, конечно же, очень важный такой момент. Если вы новичок и вы только пришли на проект или вы думаете прийти к вам на проект или нет, конечно же, вступив в наш проект, нужно дать себе время с момента регистрации 3-6 месяцев активной работы. И вы получите обязательно тот результат, за которым вы пришли. Группа ваша начнет расти и набирать обороты, но не сразу. Тут, конечно же, срабатывает накопительный эффект в работе. Да? Сначала новички регистрируются рекрутируют первые три дня говорят там у меня нет регистраций но те кто продолжают рекрутировать дальше и делают это ежедневно у них начинают получаться по одной две три новые регистрации в день это новые ваши партнеры вот, и начинаются вот тогда и расти обороты, да, ваши новые партнеры начинают тоже обучаться, у них тоже начинается рекрутинг, и вы уже будете рекрутировать не одни, а, допустим, в десятером, или, может быть, у вас будет 20 активных лидеров в вашей команде, которые не только будут делать заказы, но и вместе с вами рекрутировать. И вот таким вот способом, таким вот образом вы сможете легко и просто выстроить свой доход, будущий свой доход, сможете расти и развиваться с вашей группой, да, под четким взором вашего наставника, который будет все время с вами, над вами смотреть, наблюдать, сопровождать. И, конечно же, все, кто дают себе время, рано или поздно вырастает. Вот Оля Дерябина написала, мы ее ждем в этом каталоге, в директорах. Оля, поднажми, 3000 баллов, не за горами. Так. И, конечно же, дорогие коллеги, это все. Рада была быть вам сегодня полезной. Желаем вам быстрого роста структуры и достижения новых вершин. Фаберлик онлайн – это мой и ваш путь к достижению своих целей, потому что а, тут возможности не ограниченные. А, вот, а, и вы знаете, я очень рада, что я пришла в компанию Фаберлик, и недавно я была на стратегической сессии. Все вы знаете, что я вчера в 5 утра только вернулась с Москвы и. Я просто воодушевлена происходящим, я просто рада всем нашим будущим новинкам, всем нашим новым будущим акциям и так далее, и так далее, потому что, вы знаете, я просто в восторге от того, что скоро будет. И, конечно же, приглашаю вас в нашу компанию не только за деньгами, но и за позитивом, за дружной и крепкой командой, потому что у нас самый главный плюс нашего роста – это дружба, это удача, это везение, это вдохновение, которое мы друг от друга с вами получаем. Ну что ж, всем пока-пока. До встречи с вами на новых вебинарах. Если к нам зарегистрируются наши дорогие новички, я буду рада. Обращайтесь к своим наставникам и обязательно регистрируйтесь. Запись, конечно же, будет Танюша. Вы ее сможете выгрузить на свои YouTube каналы, скачать с моего и выгрузить. А запись я вам скину ровно через 5 минут. Вот сюда ссылка если вы подождете и посмотрите пока сборник роликов от фаберлик ну что ж всем до свидания внимание всем консультантам фаберлик хотите получить бешеный заряд энергии